Вы что, правда думаете, что вы здесь, в раю? А вы что, правда думаете, что вы здесь, в раю? Нет. Нет, нет, нет. Нужна специальная подготовка, когда на вас сваливается такое. Нужен особый подход. На это способен не каждый. А я смогу. Я смогу удержаться. Это же лед. Боже мой, лед в такой жару. Это где ж ты его раздобыл? Товарищ следователь. И еще. Прозоровской здесь нет. Где она, неизвестно, а вы здесь. Муж твой новобрачный, старший по группе. Отвечать все равно придется. И отвечать придется не ей, а вам. Вот она. Взгляни, посмотри. Вот она, смотри, стоит. Ольга Ивановна Иванова. Борец за справедливость. Я здесь с какого боку, а? Мы с тобой 15 лет не виделись. Первый раз встретились, можно сказать. И ни одной минуты. Я об этом не жалею. А что тебя удивляет? Центр города? Объем? Масштаб? Это как раз не удивляет. Ну и что же тогда тебя удивляет? Твоя пробивная мощь. Но это же все ради тебя, милый. Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Но это жизнь, молодой человек. И чего только не случается. Мир слухами полнится, и в городке много говорят о вашем поступке. Похвальное благородство. Только вот барышня-то от вас сбежала. Ничего не хочу. Быть с тобой хочу. На этом острове. Здесь и помереть. Звать тебя как? Георгий. Женат? Дети есть? Иди сюда. Слушай, а тебя вообще что-нибудь интересует, кроме пользы? Я смотрю, тебе эти разговоры неинтересны. Ну, в следующий раз об этом поговорим. Следующего раза не будет. В смысле? Все, хватит. Навсегда. А ваша партнерша, она же просто гирей висит на ваших ногах. А мне еще сказали, что она одна из лучших ваших танцовщиц. А мне сказали, что вы хотели именно ее. Я хотела вас. И, пожалуйста, давай договоримся. Моя квартира – это моя квартира. Ну, да. И как она будет выглядеть, это мне решать. Мой. Соловьеву с его ассистенткой угрожает реальная опасность. И вот это яркое тому подтверждение. Он торопится, потому что он загнан в угол. А мне все равно! А мне нет! Пока итальянец жив, она будет плавать и знать его. А помрет, уплывет к берегу. И все. Он враг. И чё? Вот ты мне враг. И чё? Сидим тут на этом острове. Ты мужик. Я молодая баба. И чё? Никто не мешает. Виден порог, такого нет, чтобы сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже.